После долгих скитаний по миру известный музыкальный коллектив эмигрантов Гоголь Борделла наконец приехал с гастролями и в Израиль. Те, кто среди первых появились у концертного зала в Тель-Авивском порту, с интересом разглядывали атрибуты своих кумиров и самостоятельно разогревали спиртными напитками. Перед началом шоу недавний резидент цыганского табора эквадорец Педро Эразу и эмигрант из Эфиопии Томас Габена рассматривали своих израильских поклонников. На русском еще не заговорили? Еще нет. А что вот это означает? Это значит типа «Россия навсегда». Чувак, как оно? Лёва. Как вам в Израиле? Это потрясное место, чувак, реально. Это короткий путь на небеса. Несомненно. В это время сами израильтяне томились в ожидании грандиозного шоу. Класс. Потому что они веселые ребята. Когда я их послушал в Ютубе первый раз, они мне напомнили Мандол Шоудан, только по-английски. И поэтому я приехал с Хайфа, я приехал с очень далекого города, специально, чтобы послушать их. И они зажигают. Мне нравится. Я желаю увидеть группу Гоголь Борделла. Единственное за три года мое... Единственная хорошая группа за три года. И я надеюсь, что я ее увижу. Ну, вообще много веселья, алкоголя, трэша. Лидер коллектива, вокалист Евгений Гудс, на вопросы журналистов отвечать отказался, восполнив недостаток общения с пресс-агентом Стивом. Судя по тому, что творилось в зале, можно с полной уверенностью сказать, публика была в экстазе. Музыканты не давали ни одного шанса отдохнуть от себя, отыграв концерт без единой паузы. Сразу после концерта все участники гоголевского борделя продолжили вечер уже в формате афтер-парти где-то неподалеку от своей гостиницы. Потом следующая вечеринка, и еще одна, и еще одна, и еще, и еще, и еще. Много алкоголя, танцев и веселья. Как насчет девушек? Чувак, девушки везде красивые. Да и вообще я люблю женщин. Я желаю встретить много женщин. А где будет вечеринка? Где-то между баром и ванной. Well, at least it's something different from what they got in every other aeroport. Жадные шифры, но кое-что похоже. Современный дес, и уровень все рожа. Современный дождь, а в норе полу каду.
Да я жуть, я зеркач, да что же? I travel the world looking for understanding of the times that we live in. I'm taking that away. I travel the world looking for love or something. Or I never knew you, I never saw them. Party, party, 'cause I'm a wanderlust king. Let me stay on the run. Let me out. Yes, let me be gone. In the world, be a brute. Виталий Катаев, Данилов, специально для портала «Изрус».